В дни новогодних и рождественских праздников будет изменен график движения городского транспорта. Глава города подписал соответствующее распоряжение. Автобусы 7-го маршрута, троллейбусы и маршрутные такси будут работать всю новогоднюю ночь и 1 января до 24 часов, согласно графику. Также общественный транспорт будет работать и в рождественскую ночь с 6 на 7 января.